хочу рассказать об одном интересном факте. Я пришла на место, где в старину женщины стирали белье. Они приносили сюда всю свою стирку. Это была общественная прачечная. И на испанском называется «чападео». Из этого слова произошло слово «чападера», то есть «сплетница». Женщины здесь не только стирали, но и обменивались разными новостями и, конечно же, сплетничали. Так что это место было прачечной, местом для сплетен. Сейчас посмотрим, как они стирали. Вот оттуда течет родниковая вода, чистейшая вода. Идет прямо вот в эту большую, огромную ванну. Вокруг этого бассейна садились женщины на колени, макали свою стирку прямо в воду, стирали на этих настилах и, конечно, обменивались новостями, рассказывали про свою семью, про новости и, конечно же, сплетничали. Так что это место было прачечной и местом для сплетен.